Сейчас на месте катастрофы работает 200 человек. Спасатели, милиция, военные. Они говорят, что вполне возможен второй силевой выброс. Уровень воды в реке постоянно увеличился, и снова начался дождь. Беспрецедентное событие в истории Центральной Азии. Здесь с официальным визитом находится глава государства Ватикан Иоанн Павел II. Аналитики прогнозируют, что в 2006 году Украину ждут новые политические кризисы. Когда нас душит несправедливость, мы просто обязаны бороться. Вооружившись этим лозунгом, военные судостроители устроили забастовку перед зданием греческого министерства обороны, требуя выплатить годовой долг по заработной плате. В деле сотрудничества между Европой и Азией есть конкретные результаты. К примеру, холдингом «Байтерек» и финансовыми институтами Китая подписаны кредитные соглашения на сумму свыше миллиарда долларов. К тому же планируют реализовать порядка 50 совместных проектов. Специально для программы. 22 страны.